правильно вас понимаю, вы сотрудник некой организации, которая приехала в наш дом обрабатывать какими-то химическими веществами, на состав которых вы не предъявляете никаких документов. Вы не представляетесь, не называете название организации и создаете угрозу жизни моего ребенка, потому что она у меня аллергик, и у нее на химию анафилактический шок на бытовую. Значит, вы мне отказываете, я правильно вас понимаю? Вы мне отказываете в предоставлении информации, каким средством вы сейчас будете пользоваться. Я вас правильно понимаю? Да не надо мне снимать, отойди от меня. Это необходимо для того, чтобы передать в прокуратуру МВД. Председатель, у вас есть химический состав? Барсукова Надежда, у вас есть химический состав? Напишите. Письменный запрос, да. Я вам писать не буду. Вы должны сейчас с документами здесь быть, потому письменный что запрос, вы пишите. Сейчас создаете угрозу жизни моего ребенка. Я ничего здесь не создаю. Вы создаете, вы обеспечили сюда приход непонятных людей, которые не представляются, которые не дают химический состав, которым они собираются. Сейчас будете разбудить. Да, давайте. Вы мне так с журналистом будете разговаривать. Поверьте мне, мы вам сделаем рекламу. Меня никто не знал. Что это против дихлофоса? Правильно, совершенно верно. Я бы поверила. А это против ковида. Я взяла журналист. Травите себя, сюда вы не зайдете. Тут у вас подъезд, сидите, успокойтесь. Ну и все. От мужчины идет резкий химический запах. Вот это их машины, 959. Никаких документов нет, люди никем не так, представляются. Иди отсюда. Это вот член правления, который бегает здесь вместе с этими мужчинами.